Под землей нефтебазы, которую закрыли недавно, обнаружились две линзы нефтепродуктов. Это такие подземные скопления, которые образовались в результате многолетних утечек. Об этом на круглом столе по защите реки Енисей рассказал природоохранный прокурор. Возможно, именно из-за неестественных хранилищ в этом районе постоянно появляются нефтяные пятна на воде. Компания КНП, кому принадлежит нефтебаза, обязана придумать, как убрать линзы и рекультивировать землю. Экстравагантное ограбление в Кемеровской области совершил подвыпивший мужчина. Точнее, таким был его внешний вид. Парень вломился в магазин в футболке, трико и носках, обмотав голову спортивной кофтой и вынес из кассы деньги прямо с лотком. Нашли грабителя буквально по следам на снегу. Они привели полицейских в ближайшее общежитие. Платину «Арена Красноярск» заработала звание «Лучший спортивный объект 2020» в Национальной спортивной премии. В борьбе за победу наш комплекс опередил московскую ВТБ-арену и ледовую арену «Авто» из Екатеринбурга, в том числе благодаря голосованию болельщиков. Напомним, арену построили к Универсиаде 2019, здесь проходило открытие. Комплекс принимал чемпионат России по фигурному катанию в этом году. Он вмещает в себя 7 тысяч болельщиков на соревнованиях и 11 тысяч зрителей на концертах. Сейчас это домашняя площадка хоккейного «Сокола» и тренировочная база многих спортивных школ. Илья Анатольевич Житков, врач санавиации краевой больницы, награжден орденом Пирогова посмертно за борьбу с коронавирусом. Доктор спас сотни жизней и десятки больных COVID-19, но сам стал его жертвой. Он заболел ковидом во время работы и через неделю умер в реанимации. Коллеги жалеют, что заслуги Ильи Житкова не были признаны при жизни. На сайте госзакупок начались торги на создание макетов старинных церквей края. Моделей должно быть две – церковь Святой Троицы в Емельяново и церкви Параскевы Пятницы в Барабаново. Оба здания деревянные, 17-18 веков, объекты культурного наследия. С помощью макетов планируется популяризировать архитектурное наследие края и собирать средства на реставрацию. Детализация по контракту должна быть максимальная, с прилегающими строениями и электроподсветкой.